После того, как потерпевший заявил о хищении, он решил просмотреть записи с похищенной камеры видеонаблюдения до момента хищения. При просмотре видеозаписи он увидел, что камеру похитил именно его работник, которого он узнал и по внешнему виду, по чертам лица и по одежде, которую он обычно одевал на работу. Об этом он сообщил сотрудникам полиции, и ближе к вечеру сотрудники полиции установили его место жительства и, прибыв на место, задержали его.